1942 году я начал свою боевую деятельность в составе Советских Вооруженных Сил, добровольно вступил в ряды Красной Армии, будучи 17-летним мальчишком, и был направлен на должность курсанта Великоустюгского стрелкового училища. Училище это размещалось в древнем городе Великий Устюг, город, который по своей значимости до сих пор состязуется с городом Москвой. Такая древняя история этого поселения славян. Училище, которое было создано на базе этого города, через полтора месяца после моего зачисления на должность курсанта было передислоцировано во второй эшелон северо-западного стратегического направления, то есть ленинградского направления, для борьбы с финскими диверсионными группами, которые выходили на глубокие коммуникации блокированного города. И вследствие этого то одна, то другая, то и несколько рот училища поднимались по боевой тревоге для выполнения боевой задачи для борьбы вот с этими финскими диверсионными группами, которые работали, в кавычках работали, на коммуникациях блокированного города. Здесь я и был первый раз ранен осколками финской гранаты, изрешетило весь правый бок.